Уважаемый хранитель хроник, скажите, пожалуйста, правда ли, что у мяса есть вибрация страха и смерти? Анна. Я вижу картинку, такой зеленый лук. Вот, я вижу корову, которая идет, и она так смотрит на меня своими глазами. И она даже думает что-то, какие-то мысли в голове у нее идет, но есть. Она как бы так проходит мимо. Совершенно, ну, вот как человеческие мысли у нее в глазах, он так видно, услышанный взгляд. Вот. Ну, то есть мы убиваем себе подобных. Мы убиваем себе подобных, и ну, это ужасно. Это каннибализм. Как это? Они умные, они все понимают. Как это сказывается на человеке, на его здоровье, на его сознании, осознании, Анна? Отравляет человека это. Ой, я прям почувствовала. Очень отравляет эти вибрации, которые заходят. Вот, человек меньше живет от этого. Прощает себе жизнь, да? Убивает свои Да. клетки? Ну да, типа того. Прям я вижу, как ну, такая картинка, человек такой прям сжимается, я не знаю, скукошивается как-то так. Ему плохо становится. Ну, телу. А ум, а мозги как бы, ну, ничего не понимают. Еще, ну, человек не понимает, что он делает. Вот, то есть, человек, который ну, сейчас живет, который употребляет мясо, а его тело от этого болеет, а мозги еще ну, не готовы усвоить информацию, ну потому что человек не видит каких вибраций, надо поднимать и тогда поймет. Благодарю. Евгений, скажите, пожалуйста, уважаемый хранитель, через Евгения, скажите, пожалуйста, можно ли менять сознание человека с помощью питания? Напрямую, когда человек ест мясо, ему заходит программа страха, она укореняется у человека и искажает прием информации сверху. Даже он исключает из своего рациона продукты животные. Поток льется ровно, не происходит искажения. И вибрация подъема ничего не мешает. А так, программа, которая есть, которая записывается при убийстве животного, она переходит к человеку и действует на него. Он не подозревает об этом. И начинает этот атак распространяться и влияет на все процессы жизни. Благодарю. Евгений, скажите, пожалуйста, как можно организм
очистить от этих всех токсинов, которые он употреблял с мясом, для того, чтобы расширить свое видение, сознание и чтобы поток информации не искажался. Опознать, что это вовсе не нужно. Нас всех обманули, в том числе врачи и социум, что без мяса человек не проживет. Это не так. Избавиться можно от вредного влияния теми известными способами, риска в том числе. Но даже просто осознание сделает великое дело. Благодарю.